Уважаемые коллеги, друзья, разрешите вас поздравить. Задание, которое давало нам правительство построить сочинские объекты, мы выполнили досрочно и построили все сочинские объекты. И 70 миллиардов рублей, которые нам выделяли на строительство этих объектов, мы освоили. Поздравляем. Вот отчет. Поздравляем, коллеги. Приятно работать с профессионалами. Но, Василий Николаевич, подождите секундочку. Спасибо. Господа, подождите секундочку. Есть ложка дегтя в бочке меда. Вот она. Что такое? Что это? Это остаток от 70 миллиардов. 20 тысяч рублей. Боже мой, 20 тысяч, что мы будем делать? Просто я не знаю. Это скандал. Скандал, это понятно. Что будем с этим делать? Позвольте, господа, ну раз уж эти деньги остались, давайте их просто отправим обратно в Москву. Да? С какой интересной формулировкой вы отправите их в Москву? Господа идиоты из Кремля, вот вам 20 тысяч, в следующий раз точнее считайте народные деньги. Так вы хотите сделать? Нет, ну, ладно бы не хватило, да? Но мы бы добавили и своих, как обычно. Ну, конечно, что там. То ведь остались. Слушайте, может быть, там, ну, на эти 20 тысяч, ну, купить что-нибудь, что там не хватает? Да все куплено, Дмитрий Владиславович. Ну, скрепки там, я не знаю, на ресепшн, гостиницу, ручки там. Посмотрите отсчет, все есть. Радио, президентский люкс. О, радио, да есть у них там радиоточка на этаже. Слушайте, а давайте мы на эти деньги коня купим. И будем для спортсменов конные прогулки в горы делать. Вы давно на улице-то были, Максим Николаевич? Что? Нет гор. Парковка! Сколько взгляда хватает парковка? Я пошел. Куда это вы пошли? Я, знаете ли, товарищи в своем отделе все до копеечки израсходовал. Стыдно, Сергей Владимирович, стыдно. Ничего не знаю. Ничего не хочу слышать от вас даже. Прекратите вы этот цирк! Слушайте, ну раз деньги остались, а давайте их попросту разделим. Да вы что, сдурели, что ли? Чтобы я, российский чиновник, да бюджетную копеечку себе взял. Да ни в жизнь не было как, никогда такого и не будет. Наверняка был у кого-то похожий случай, надо просто кому-нибудь позвонить. Ну там, да, ну. Да, вот, Автодор. Убирайте скорее. Ну. Алло, Автодор? Это министр Мартынов, сочинские объекты. Да, смотрите, какая у нас проблема. Мы все построили, у нас осталось 20 тысяч рублей. Вот у вас, когда деньги остаются, вы что с ними делаете? Что вы ржете? Да никто это не балуется, это министр Мартынов. Сочинские объекты. Какую к черту громкую связь включите? Да не буду ничего повторять. Да что вы ржете? Ржут. Ну что-то делать. Все! Решена проблема! Нет, Максим Николаевич, так просто вы эту проблему не решите! Тут нужен вдумчивый подход! Ну думайте, думайте, думайте! Я не знаю, ну может быть эти деньги просто сожрем, чтоб следов не осталось! Да вы в своем уме, чтобы я, российский чиновник, да деньги жрал казенные! А если я подавлюсь? И у меня на вскрытии в поликлинике в Хайле 1000 рублей найдут? Это скажут что, зажрались сочинские чиновники? Никогда такого не было и не будет! Что вы, тварь, делаете-то? Кардинально надо что-то придумать. Кардинально, Максим Николаевич! А давайте вот что. Мы когда с отчетом в Москву поедем, ну, за наградами, мы на эти деньги, билеты, не в плацкарт, как обычно, а в купе купим. Да вы что, с ума сошли, что ли? Чтобы завтра во всех заголовках российские чиновники шикуют, пересели с плацкарта в купе? Алло, Катенька... Нет, Катя, не купил хлеба, и это... Не куплю больше никогда хлеба!
Все, забирай детей, отращивай усы, езжай к маме в Саратов. Все, пока, отрекайся от меня, Катя! Уважаемые присутствующие, ну наверняка в зале присутствуют чиновники. Ну наверняка есть, но у кого-то же был похожий случай. Что вы делаете с остатком? Ну научите, пожалуйста. Ну это аллегорическая кучка, ну представьте ее вот такой. Ну что? Слава! Да что? Перестаньте истерить! Не время еще репетировать последнее слово на суде. У нас еще есть время. Вот! Нашел! А, забыли! Что забыли? Что? Ручки? Что? Вешалки? Что? Галоши? Ну? Биатлонный комплекс построить забыли! Еще 4 миллиарда надо! Алло, Кай! Отбой, Саратов, сбриваю усы, ага! Немедленно телеграфируйте в Москву. Необходимо еще... Сколько необходимо с учетом... 3 миллиарда 999 миллионов 980 тысяч. Вот это. Телеграфируйте. Стойте! А нас за это ругать не будут? Сергей Владимирович, у нас в стране за это еще никогда никого не ругали. Это точно? А если они нам... Ничего не хотим слышать.